Добрый вечер, или точнее лучше сказать, добрый день, смотря где вы находитесь. Если в Самарской области, то добрый вечер. Если в более восточной, точнее западной части России, то, собственно говоря, добрый день. Это город Жигулевск, Самарская область. И сегодня здесь в 29-м туре МЛБ первой лиги сезона 23-24 встретится команда «Акрон». Город Тольятти и ленинградец, Ленинградская область. Но пока возле мяча Эдуард Суханов, так как «Волгарь» сегодня играет в темном. Ну что, поехали, и давайте составы играющих команд. Начну с гостей. В воротах Сергей Волков, но мне кажется, это вообще просто незаменимый человек для тольяттинской команды. Блин, да? Хороший заброс на Савичева. Не было ли там положения вне игры? Судя по всему, нет. Прострел, удар, и это первый удар. Андрес Понце. Третья минута встречи. Смотрите, какое начало мощное от команд. Понятное дело, что все хотят сейчас забивать. Момент сейчас может возникнуть у ленинградца на штрафную площадь. И вот он, первый удар. И ведь Сергей Волков-то не контролировал сейчас полет мяча. Айда Ильин. Но там, наверное, лучше сказать, что даже Айда Никита Разманов. Именно он пробежал, именно он прострелил сейчас. Ильин-то был совершенно один. Каким образом с ним оказался сейчас Константин Савичев? А вот момент сейчас у тольяттинцев, прострел, удар, и где мяч-то? Нет, в воротах мяч не оказался. Эх, если бы не Беляев, то Андрес Понце забил бы свой очередной гол за «Акрон». Савичев. Штрафной площадь, скидка, удар, да, есть. И браво, Никита Карабашев. Это сейв года. По крайней мере, на «Кристалле» точно. Ну, это невозможно сейчас было. А как мы с вами знаем из песен одного российского эстрадного певца, невозможно и возможно. Полиенко. Данилев, касание, Понце, Андрес. Ну как же так-то, ногу ты не подобрал. Ну и вовремя вышедший из ворот Никита Карабашев мяч в свои руки забирает. Ну Понце, смотри, здесь видно было, что просто не подобрал ногу Венесуэле. Конечно же, пропустил Кубань. Поэтому Кубань остается, судя по всему, без очков. А без очков остается сейчас ленинградец. Но положение вне игры. Положение вне игры. Андрес Понце. Ну да, да. Там сразу втроем футболисты «Акрона» были во вне игры. Пять выстраиваются ленинградцы. И футболисты Ленинградской области. С момента «Акрона» Чудин. Можно пробить дальше направо. Савичев. Савичев. Удар. И тут вновь Карабашев играет. Ну что, первые 7 минут намного активнее всего первого тайма для «Акрона». И забили, пусть из положения игры. Смотрите, удар сейчас Савичева хороший. Галоян или Данилин? Данилин, навес. Навес, удар, и что, перекладина! Вот это да, 56-я минута встречи. 10 минут команды сыграли во втором тайме. 10 минут, и уже третий момент голевой, пардон, даже четвертый. Момент голевой для «Акрона». Навес, ну, здесь не интересно. Полиенко под Савичев. Савичев пробьет. Да, есть удар. И вновь здесь Карабаша. Ну, просто бенефис Никиты сегодня. В матче против команды лидера, одного из лидеров. Димовский первый. Понце, удар. И вновь Никита Карабаша. Но если сегодня ленинградец не проиграет, то я думаю, что Никиту Карабашева как минимум до автобуса игроки ленинградцы должны просто на руках донести. Оказывали помощь Суханову, но и ноги сводил у Карабашева. Все, момент, Понце! Но и вновь Карабашев. Но, правда, удар получился не таким опасным даже, как мой крик собственный. Но, вы знаете, по такой игре просто хочет, чтобы тот забил и вновь за правую ногу держит Никита Карабашев. Дорушев мяч. Вот тут удар сейчас, и нет! И да, и нет, и да! Нет гола, и да, есть спасение Никиты Карабашева. Кто этот человек? Что это за человек сегодня в воротах у ленинградца? Савичев. Штрафной площадь, передача мягкая, вот тут Баковец до мяча не дотянулся. И на этом, наверное, все. Да, так и есть, нулевая ничья «Акрона» с ленинградцем, и хочется просто аплодировать все это время Никите Карабашеву. Ну что же, я, Петр Коптев, с вами прощаюсь. Говорю вам, до новых встреч в эфире.